Всем привет, с вами Ермоленко 9, и сегодня у нас финальный этап календаря Формулы 1, Гран-при Абу-Даби на трассе Яс-Марина. Итак, в тренировке не было ничего по модернизации, то есть можно было ее полностью пропускать, и вот у нас завершился третий сегмент квалификации. По его итогам вылетают Эстебан Гутьеррес, Камуи Кобаяши, Жуль Бьянки, Адриан Сутиль, Макс Чилтон и Маркус Эриксон. Второй сегмент квалификации. Серхио Перес 11 место, 12 Нико Хюлькенберг, 13 Данил Квят, 14 Роман Горожан, 15 Жан Леклер и 16 Пастор Мальдонадо на Лотусе. Определяется у нас стартовая решетка Гран-при Абу-Даби. Первое место Илья Навроцкий, Феррари, Поул. Второе место Нико Росберг, Мерседес. Третье место Льюис Хэмилтон, его напарник. Четвертый мой напарник Фернандо Алонсо, Феррари. Пятый Себастьян Феттель. Шестой Даниэль Рикьярдо, оба Редбула. Седьмой Кевин Магнуссен, Макларен. Восьмой Вальтери Боттас, Вильямс. Девятый его напарник Филиппе Масса. И десятку замыкает Дженсен Баттон на Макларене. Так, финальная гонка. Гаснут огни, машины срываются со своих мест. Неплохо стартуем. Росберг тоже хорошо стартанул. Может, он меня стреляет. Может, я дальше смутился. Хороший старт с первого места. Видим мы, что Росберг держится позади, и Хэмилтон там пунктирует, как не могли. Легко под занос. Четырнадцатый круг, последний круг 25% дистанции, и мы приехали на первом месте. Стартовал с первого, мы напомню, к сожалению, стартовал четвертый и финишировал пятый. Скажем так, гонка была скучной, мне практически ни одного обгона, только когда я выехал с бокса, обогнал своего напарника и мчался за Росбергом, который потом ушел на пит-стоп и выехал вторым. Держалось у нас расстояние между ним в 3 секунды до последних кругов, но потом какие-то там ошибки между Росбергом и Хэмилтоном, они менялись позициями. В итоге я на этом отыграл до 12 секунд. Итак, первое место Илья Навроцкий, второе место Нико Росберг, третий Льюис Хэмилтон, четвертый Себастьян Феттель, пятый Фернандо Алонсо, шестой Боттас, седьмой Баттон, восьмой Сутиль, девятый Жан Леклер, десятый Рикьярдо, одиннадцатый Масса, Пастор Мальдонадо, двенадцатый, тринадцатый Горожан, четырнадцатый Гутьеррес, пятнадцатый Данил Квят, шестнадцатый Бьянки, семнадцатый Эриксон, восемнадцатый Серхио Перес, Кейн Магнуссен,
Нико Хюлькенберг, Чилтон и Кобаяши. Они, к сожалению, не завершили этот заезд. Итак, личный зачет. Уже перед этой гонкой меня оповестили, что я стал чемпионом мира. Первое место с отрывом в итоге 79 очков от Льюиса Хэмилтона, который пришел третьим. Нико Росберг к нему подобрался почти. Он приехал сегодня вторым. Четвертое место Феттель, пятый Фернандо Алонсо. Ну и посмотрим, как выглядит полная табличка. Четыре пилота без очков, это Катерпин и Маруся. Итак, Куба конструкторов, Мерседес все-таки берет свое, 192 очка, от них мы отстаем на 26 очков. Второе место Феррари, третий Red Bull, четвертый Williams и пятый McLaren, шестая Force India, седьмая Toro Rosso, восьмой Lotus, девятый Sauber и две команды без очков. Так, всем спасибо за внимание. Подписывайтесь на мой канал, ставьте лайки, кому понравилось. До новых встреч!